Всем большой приветик! Сегодня я направляюсь в Манго. Появилась новая осенне-зимняя коллекция, в которой огромное место и немалый интерес занимает новинки тренчей, пальто, плащей и дубленок. И так как на улице заметно похолодало, большую часть нашего сегодняшнего обзора будет направлена на верхнюю одежду. Ведь даже в холодную погоду все мы, девочки, хотим выглядеть стильно и актуально. Посмотрим новую текущую коллекцию, что здесь есть интересного в зале. И, конечно же, обязательно примерю несколько образов. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем хорошего настроения и приятного просмотра. Стильные куртки-парки для женщин – это настоящая находка для представительниц прекрасного пола, предпочитающей стиль кажуал и кажуал-смарт в одежде. На протяжении ни одного сезона куртки-парки остаются популярными и актуальными в гардеробе женщин и девушек, которые следят за модными тенденциями. Классический оттенок в стиле милитари в размере M, который все же может нести в образ благородность. Такие парки нельзя назвать необычными, но в категории простых их тоже не отметишь. Девочки, на пике популярности будут теплые дубленки. Есть множество стильных моделей авиатор пушистый с акцентом на мех. Рекомендую приобрести дубленку с акцентным мехом, а также лаконичную модель жакет. К слову, самые популярные цветами остаются бежевые и коричневые. Например, можно выбрать оттенок сливок и карамели, или же коньяк и шоколад. Кроме того, актуальными будут черные, белые и серебристые модели.
тубортные пальто ручной работы. В состав входит шерсть, тубортная застежка, объемный фасон, V-образный вырез горловины с ланцами. Также присутствует воротник с ланцами, длинные рукава, спущенные плечи, по бокам два кармана. Сзади внизу разрез, двухбортная застежка с пуговицами. Наверное, на зимнюю погоду будет эта пальтишка достаточно легким, но в осеннюю погоду будет отлично, на мне размер M. Также не теряет актуальность байкерские куртки-дубленки, на мне размер M. Выбирая бежевый оттенок плаща, вы можете быть уверены, что такой плащ прослужит вам не один сезон и станет отличным вкладом в базовый гардероб. Создать модный образ бежевым плащом также не составит труда, ведь трендовый плащ в телесном цвете отлично смотрится и с темными, и светлыми, и яркими цветами. На мне размер M. В этом сезоне размер – последнее, о чем стоит думать при выборе пальто. Для осени и зимы присмотрите себе вариант длины макси со спущенными линиями плеча и крупными пуговицами. И если во время примерки вам кажется, что вы совсем потерялись в нем, значит самая трендовая модель у вас в руках.
Как бы ни мудрили дизайнеры, клеточное пальто будет всегда к месту. Всегда освежает облик, добавляет к вашему стилю нотки индивидуальности и неповторимости. На мне размер M. Отличное двухбортное пальто в размере M. В состав входит переработанная 6, прямой фасон, средняя длина, воротник, стойка, длинные рукава, по бокам 2 прорезанных кармана. Присутствует подкладка. Пальтишко. В состав входят шерсть, объемный длинный фасон, воротник с ланцами, по бокам 2 кармана, застежка на пуговицах и подкладка. На мне размер M.
пальто из шерсти с шарфом. В состав входит переработанная 6-двухбортная застежка, объемный длинный фасон. Воротник с ланцами, длинные рукава, по бокам 2 кармана. Сзади внизу разрез, съемный шарф. Могу с уверенностью сказать, что одно из этих пальто подойдет на вас на 100%. Если основным критерием для вас является универсальность, смело примеряйте на себя одно из этих моделей пальто. Кроме этого, они сочетаются с чем угодно, гармонично дополняют любой образ. Пальто с карманом из шерсти макси длины в размере M. Один из горячих модных трендов сезонов осень-зима является комфорт, практичность и функциональность. Мои хорошие, надеюсь, вам было интересно провести это время со мной, что вы увидели образы, которые вам понравились и вдохновили. Если это так, буду благодарна за пальчик вверх. До скорых встреч. Пока-пока.